Здравствуйте, дорогие друзья! Давненько я не вязала красные пинеточки. Вот решила связать вот такие вот интересные, яркие и симпатичные пинеточки. Пинеточки-сапушки, я бы сказала. Они здесь на завязочках по-любому будут, ножку будут держать. Я подобрала белый, черный, красный. Они очень гармонируют друг с другом, эти цвета. Я вам советую тоже взять такие же цвета и связать именно такие. Здесь я взяла узор кукурузочку вместо рулика. Он тоже очень красиво смотрится. Вот такие у нас получились симпатичные сапушки-пинеточки. Сейчас мы замеряем, сколько здесь у нас сантиметров получилось. 12 сантиметров. Я думаю, они подойдут и на мальчика, и на девочку. Но если вы хотите именно на мальчика, можете взять синий цвет вместо красного. Тоже будет очень красиво смотреться. Только старайтесь черный брать именно с более ярким цветом. Черный с красным смотрится тоже неплохо, но лучше, когда будет еще один цвет, еще светлее, чем вот эти два, чем красный и черный. Поэтому я вам советую взять вот такие именно цвета. Я спицы взяла... Сейчас мы померяем. Троечка. Спицы номер 3. Девочки, пряжу я взяла трех цветов. Красную, прям такая ярко-красная. Черную и беленькую. Здесь у меня беленькая 130 метров. Здесь у меня 135 метров. И здесь у меня где-то метров 140. Потому что это чуть-чуть тоньше, чем эти. Но этих мы будем вставлять очень мало. Видите, там пару полосок. Поэтому основной цвет у нас идет красная. Немножечко там отличается в толщине, но они почти незаметны. Здесь у меня, видите, вот рулик, он должен быть чуть-чуть вроде бы как потолще, чтобы он хорошо держал форму. Поэтому, чтобы слишком разница в толщине не было, но такая разница пойдет. Итак, приступаем к вязанию. 35 петель мы набираем, вяжем нечетные ряды, все вяжем лицевыми. Второй ряд кромочная, 1 лицевая, накид, 15 лицевых, накид, 1 лицевая, накид, 15 лицевых, накид, 1 лицевая и кромочная. Третий ряд мы вяжем все петли лицевыми. И так мы вяжем до конца. На спице у нас 55 петель. И вот обозначение. Кромочная, крестик это лицевая. И вот это вот у нас накид. Тут тоже все понятно. Мы тут останавливаемся, вяжем подошву, а потом будем вязать дальше. Итак, подошва наша готова. Мы связали с вами подошву. Два хвостика у нас с правой стороны. Теперь берем белую ниточку и будем вязать кукурузку. Кукурузка у меня один ряд кукурузки, но этот один ряд состоит из четырех рядов. Первый ряд мы провязываем петлю. Теперь берем белую ниточку, первую петлю провязываем. Дальше вяжем 1 лицевая, накид и сняли непровязанную. 1 лицевая. Накид и сняли. Накид мы делаем прямой от себя. 1 лицевая, накид, сняли. Лицевая, накинули, сняли. Так мы вяжем до конца ряда. Последняя петля лицевая и изнаночную вяжем. Изнаночную вяжем кромочную петлю. По изнаночной стороне второй ряд рисунка. Кромочную снимаем. Дальше у нас идет одна изнаночная, мы ее вяжем лицевой. Потом идет петля и накид, два цвета. Мы опять делаем накид и снимаем петлю и накид. Не провязываем. Опять одна лицевая, накид, петлю и накид сняли.
так вяжем до конца ряда. Так, вот что у нас получилось. Теперь мы берем черную ниточку прикладываем к вязанию, первую петлю провязываем, дальше у нас идет одна лицевая, одна изнаночная, мы ее вяжем лицевой. Тут все подтянется, девочки, не переживайте. Дальше у нас идет петля и два накида, петля красная, два накида белые, мы их все три провязываем одной изнаночной. Опять изнаночную вяжем лицевой, петлю и два накида вяжем одной изнаночной. Вот так вот. Сейчас мы ряд провяжем и подтянем все ниточки. Изнаночную вяжем лицевой, петлю и два накида вяжем изнаночной. У нас получается живот кукурузка. Так, провязали мы ряд. Теперь по изнаночной стороне этой же черной ниточкой первую снимаем, дальше у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Как бы резиночка один на один, где лицевая, мы вяжем ее лицевой. А где изнаночная, мы ее там провязываем изнаночной. Провязали до конца ряда. Мы сейчас подтянем все наши вот эти кончики. Вот они. Все у нас в кучке. А потом мы по изнаночной стороне и будем заделывать. Вот смотрим, девочки. Вот такая вот уже кукурузка у нас получилась. Так с изнаночной стороны. Вот так с лицевой смотрится. Теперь мы поднимаем белую ниточку. И еще провязываем лицевыми и изнаночными в одну и в другую сторону. Кромочную сняли, потом одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Вот мы вяжем такую вот резиночку. Одна лицевая, одна изнаночная. И по изнаночной стороне над лицевой вяжем лицевую, над изнаночной вяжем изнаночную. И теперь мы на изнаночной стороне мы также должны провязать над изнаночной изнаночную, над лицевой лицевую. И потом еще два ряда мы также провяжем резиночкой. По лицевой и по изнаночной стороне мы провяжем так точно. И еще два ряда провяжем резиночкой один на один. По лицевой и по изнаночной стороне. Так, провязали мы, девочки, 4 ряда беленькой ниточкой. Теперь поднимаем черную и вот эту вот полосочку мы провяжем черной ниточкой. То есть 2 ряда провяжем просто лицевыми петлями. И лицевую, и изнаночную. Вяжем в одну и в другую сторону.
Итак, провязали мы два ряда еще черненькой ниточкой. И теперь переходим на красную. Поднимаем красненькую и будем вязать дальше красной ниточкой. На спице у нас 55 петель. Сюда в серединку я брала 9 петель. 55 минус 9 – 46. И делим пополам 23 петли. Итак, мы провязываем 23 петли. Первую также провяжем и посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Дальше мы вяжем лицевыми 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Посчитаем, чтобы здесь было 23, чтобы не было потом ошибок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 и 1, 23. Из этих 23 мы теперь 2 вместе вяжем изнаночной. Разворачиваемся, переснимаем провязанную петлю и вяжем 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Вот у нас будет мысик из 9 петель. Теперь 2 вместе, здесь у нас 23 петли, провязываем по изнаночной стороне 2 вместе, 1 лицевой. И вяжем только средние 9 петель, только мысик вяжем. Пересняли провязанную петлю на правую спицу и дальше вяжем 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше это у нас лицевая сторона. Теперь мы вяжем 2 вместе, 1 изнаночной. Следите, чтобы в серединке у вас всегда оставалось 9. После этой кромочной и перед вот этой кромочной, которую мы 2 вместе вяжем, вот эта серединка должна быть 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь по изнанке вяжем 2 вместе лицевой. Опять развернули. Итак, мы поворачиваем. После того, как мы 9 провязываем, то по лицевой, то по изнаночной стороне мы провязываем 9 петель. И по лицевой мы в конце ряда провязываем 2 вместе и 1 изнаночной. А по изнаночной мы провязываем 2 вместе и 1 лицевой. Развернули. Итак, мы убавляем, пока у нас будет 35 петель. То есть первоначальный набор петель. Мы набирали 35, и у нас должно остаться 35. Провязали 9, 2 вместе. Итак, у нас уже получается вот такой красивый мысик. Так, у меня на спице 35 петель осталось. Я вот мысик убавила. Последний раз я убавила вот здесь вот. Теперь все петли до конца мы вяжем лицевыми. Здесь-то мы уже провязали, а здесь еще нет. Поэтому мы вяжем до конца ряда. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 здесь подтянуть, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. И по изнаночной стороне мы также вяжем все эти 35 петель лицевыми. Итак, мы провязали до конца ряда лицевыми, у нас получилась одна красная дорожка. Видите, вот мы таких дорожек провяжем. Вот одну мы провязали, еще 2, 4, 6 рядов мы вяжем, чтобы у нас тут было от черной полоски еще 4 изнаночные дорожки. Вяжем каждый ряд лицевыми. Итак, провязали мы еще 4 дорожки. У меня здесь вот получилось 1, 2, 3, 4 на спице. И теперь мы так точно вяжем кукурузку, как мы провязали вот этот ряд. Только мы здесь вязали 4 ряда резиночкой беленькой. А здесь мы будем вязать 2 ряда. Вот так вот. Этого нам хватит. Итак, начинаем мы вязать с беленькой ниточки. Провязываем беленькой ниточкой сначала. Потом переходим на черную. 2 ряда белой, 2 ряда черной. И потом еще 2 ряда белой. 1 лицевая снять с накидом. 1 лицевая снять с накидом. Так до конца ряда. Дальше по изнаночной стороне лицевую провязываем. Ой, изнаночную провязываем лицевой. Петлю и накид снимаем еще с одним накидом. Изнаночную вяжем лицевой. Петлю и накид снимаем еще с одним накидом. Теперь поднимаем черную ниточку. Изнаночную вяжем лицевой. Петлю и 2 накида вяжем одной изнаночной. Опять изнаночную вяжем лицевой. Петлю и 2 накида вяжем изнаночной. И по изнаночной стороне мы также черной ниточкой вяжем одну лицевую и одну изнаночную. Итак, провязали мы черной. По изнаночной стороне лицевая, изнаночная, мы ее отрезаем. Все, чтобы не путаться с ней, она нам уже не нужна. И дальше мы вяжем беленькой ниточкой 2 ряда, одну лицевую, одну изнаночную, и также потом отрезаем ниточку. И остается одна красная. Мы дальше красненькой будем с вами вязать. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так мы вяжем 2 ряда. Так, отрезаем беленькую ниточку. И у нас остается только красная ниточка. Вот смотрим, что у нас с вами получилось. Вот так вот вверх. В принципе, кто не хочет дальше вязать отворотик, можете дальше провязать еще пару рядочков и закрыть петли. Будет у вас вот такой вот тапочек. Но мы будем вязать дальше. Девочки, давайте определять высоту, кто какую хочет. Я провязала здесь, вот если считать по изнанке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек у меня получилось изнаночными. То есть я беру сейчас красную ниточку, потом мы это все будем заделывать и начинаю вязать лицевыми каждый ряд. Все петли вяжем лицевыми. Я так провязала 13 рядов. Вяжем лицевыми, а потом я вам посчитаем, сколько у меня тут получилось рядов, потому что дальше мы будем вязать уже по изнаночной стороне и будем отворотик поворачивать на лицевую сторону. Поэтому вяжем лицевыми. Если хотите, подождите, вам там секундочка. Следующий кадрик будет уже, я вам покажу, сколько рядов я провязала. Ну вот, девочки, я к вам так быстренько вернулась. Вот переворачивая на изнаночную сторону, да, вот у нас лицевая, вот изнаночная. И считаем наши красные ряды. Вот над беленьким
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмой ряд на спицы. Теперь по изнаночной стороне мы начинаем вязать челочной вязкой, то есть лицевыми мы вяжем по изнаночной стороне и изнаночными вяжем по лицевой стороне. Провяжем 2 ряда вместе, потом будем вязать уже каждый самостоятельно. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20. Я даже петли не считала. 21, 22, должно быть 35, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Так, правильно. А по лицевой стороне мы эти петли вяжем изнаночными. Итак, мы провяжем несколько рядов. Сколько рядов провяжем? Сейчас я опять отключаюсь, провяжу и через секунду включусь и вам скажу, сколько я провязала здесь рядочков. Нам нужно провязать столько, чтобы когда мы отогнули его сюда, чтобы оно вот было как раз вот. У нас остался, чтобы одна дорожка, чтобы закрыла, вот не закрывая одну дорожку. Итак, девочки, мы провязали с вами 5 рядов. Мы сейчас на изнаночной стороне. Вот у нас лицевая сторона, вот у нас изнаночная. Теперь мы провязываем 14 петель. Первая тоже считается 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше мы вяжем 2 петли вместе. Накид. 3 лицевые. Накид. И 2 петли вместе. И дальше мы вяжем 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. По изнанке вяжем все петли изнаночные. Доходим до накида, вяжем мы вот так вот накид, чтобы была дырка. Нам нужна дырочка вот сюда, чтобы протянуть наш шнурочек. Опять накид и дальше вяжем до конца изнаночными. Так, дальше мы еще вяжем 2 ряда лицевыми сюда и назад. Так, девочки, провязали. Вот смотрим, когда мы отогнули его отворотик на лицевую сторону, видите, у нас вот один ряд остается вот над спицей. И теперь мы закрываем петли. Получается, здесь лицо, здесь изнанка. Закрываем кто как умеет. Кому как удобно. Так, петли закрыли. Оставляем побольше кончик. Отрезаем ниточку. И закрепляем кончик. Вот у нас получился с вами
Вот такой вот интересный пинеточек-сапожок. Ну что, сшивать будем? Так, берем крючок. У меня вот три крючка есть. Так, самый маленький возьму, 2,25. Сначала мы, наверное, заделаем с вами вот эти кончики. Прошивать мы ими ничего не будем, поэтому мы их сзади, с изнанки, вот так протаскиваем их за петли. Несколько стежков таких сделаем. И сделаем узелочек. Так. И то же самое сделаем со всеми остальными кончиками. Сзади по изнанке мы их, если черные, я протаскиваю их за черные. Если беленькая, за беленькой, чтобы не так видно было, видите? Так, отрезали. И также мы протягиваем эти вот ниточки. Красную пока не трогаем. Здесь мы белую и черную соединяли. Мы их вот так свяжем друг с дружкой. Они рядом лежат. Ну, а потом протянем сюда их. Также беленькую протянем. Так, заделали. Теперь поворачиваем на лицевую сторону. И нам нужно сшить вот этот вот кусочек, вот этот вот кусочек мы сшиваем, смотрим, вот чтобы у нас было ровненько все. За самую верхнюю берем две косички, протаскиваем ниточку и смотрим, чтобы было ровненько. Теперь я беру за две косички с одной стороны и две косички с другой стороны, протянули. Смотрим ровненько, ровненько. Так, теперь выворачиваем наизнанку, вот так вот. И дальше сшиваем уже по изнаночной стороне. Как сшивать пинеточки, девочки? Кто у меня в группе? У меня есть отдельное видео. Как я сшиваю пинеточки, можете зайти и посмотреть, если кому-то непонятно это видео. Так, соединяем все по цвету и до конца мы сшиваем. Так, смотрим, вот у нас задняя часть такая получилась. Если мы отвернем, у нас получится вот так вот. Но теперь нам надо этот отворотик закрепить здесь. Я взяла иголочку, и вот с изнаночной стороны я сделала первый стежок. Вот у нас тут есть косичка, вот видите? И вот сюда прямо над этой вот дорожкой, сюда я вот так вот в эту косичку внутрь. Вот над этой и... Ну, как у вас получится. Смотрите, как у вас получится. Так, здесь я потом свяжу. Вот так вот. Я через одну косичку и вот над... Вот так вот. И через одну косичку я вот так вот сшивала. Вот так. Смотрите сами, как у вас получится, как вам больше понравится. И вот так вот. Так.
Наверное, не видно было. Девочки, я вам сейчас покажу. Так, вот одну пропускаем, вот сюда вводим иголочку и через одну опять вытаскиваем назад. Что-то увлеклась шитьем, не смотрю, что у меня руки ушли. Так. И выводим теперь на изнаночную сторону. Вот сюда, к этой вот ниточке, где у нас осталось. Связываем кончики. Отрезаем лишнюю ниточку. И вот у нас получился вот такой вот пинеточек-сапожок. Что нам осталось сделать? Я взяла белую ниточку. Взяла крючок чуть потолще. Так, 2,75. И провязала цепочку. Вы можете скрутить, можете цепочку провязать тоже. Для, ну, шнурочек. Вяжем необходимую длину, так, чтобы нам хватило обхватить и завязать здесь у нас. Завязочку сделать. Так, я провязала цепочку из воздушных петель. Закрепила. Здесь тоже затянула. Сложила их вдвое. Отрезала. И еще хочу завязать здесь маленькие такие узелочки. Я хотела сначала здесь бубончики пришить, а потом, думаю, ребенок будет хватать за эти бубончики. У меня был такой опыт, поэтому я сейчас эти бубончики не делаю. Красиво, может быть красиво, но непрактично для маленьких деточек. Теперь я взяла еще вот такая у меня есть вдевалочка. Вот протянула, и сюда вот протянем веревочку. И сюда вывели. Так, смотрим, что у нас получилось с вами. Одеваем на ножку. Так. Завязываем шнурочек. Вот у нас получились вот такие вот интересные пинеточки. Вот так вот. Я вам желаю удачи, вяжите, радуйте своих малышей. А сегодня буду с вами прощаться. До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго. До новых встреч. Всем пока.